Идем мы такие, к дому подходим. И лежит какая-то ерунда, на первый взгляд. Вот так вот здесь просто доставку делают, видите? Написано YouTube. И что это может быть? Подозреваю, что это моя серебряная кнопочка. Ну, сейчас будем смотреть. Оп! О, тяжеленькая. Открываем дверь. А вот мой завтрак на сегодня, один из любимейших. Черный кофе, творожная запеканочка, хлопья с молоком. Не пугайтесь, это специальные хлопья, практически без быстрых углеводов. Есть и такие, если поискать. И, конечно же, куда без пакетика витаминов. А как вы завтракаете обычно? Начинаем вскрытие. Так красиво, черненький YouTube. Интересно, что скажут теперь те завистники, которые говорили всегда, что у нас накручены подписчики. Если подписчики накручены, вам кнопочку не дадут. Да, они проверяют то же самое и про галочку. Задумайтесь, почему у многих, у кого так много подписчиков, нет ни кнопки, нет ни галочки. Хотя я не знаю, что такое галочка, но у меня тоже она уже есть. Галочка на канале подтверждает, что это ты. Ух ты, это ты. Красиво. Снимаем вот так. Дыщ. Так, что тут у нас? Здесь вот какая-то визиточка. Сертификаты. Угу. Это, наверное, того, кто наш персональный теперь менеджер на YouTube. Угу. Вот это сертификат. Угу. У кого больше 100 тысяч подписчиков? Такой вот он. Хоть в рамочку тоже вставляю. А вот она. Кнопка. Выглядит очень прикольно, очень круто. Угу. Она какой-то стала другой. Вы заметили? Heavy Metal Gym, 100 тысяч подписчиков, то есть она зеркальная. Да. Раньше она была... Да, да. В общем, смотрите, совсем другой. Другая кнопка теперь. Она, ее специально уже сделана, вы ее можете повесить сразу на стену. И самое главное, тут Heavy Metal Gym. 100 тысяч сабскрайберов. Такая вот, друзья, штучка. Деревичка. Вот, друзья, мы с женой здесь подсели на говядину. В России никогда не ели, потому что зубы, челюсть ломалась. Не знаю, может, это в дорогих каких-то магазинах есть, там типа Метро. А здесь специальная такая баранина, ой, говядина. Ну, баранину тоже иногда едим. Свинину практически перестали есть. Офигенное мясо. Так, чтобы вы видели, вот, к примеру, цену. За вот эти 6 хороших толстых кусков у нас цена 13,5 баксов. 5,5 баксов за паунд, грубо говоря. Полкило. Полкило? Ну, почти. Ага. Картошка здесь вот такая тоже обалденная. Чистенькая уже. Мандарины круглый год ем. Очень люблю сыры. Ем их в первой половине дня. Простыл немного, вот купил тут всякой ерунды с витамином С. Лимонов. Лимоны всегда едим тоже. Такой вот сыр отдельно в нарезке покупаем, он подороже. Вот здесь
вес, какой здесь вес? 1 паунд тоже. Здесь 1 паунд? Да, почти. Полкило здесь, да? Да, 1. Ну вот, вы видите, 11,5 баксов. Лук различный покупаем, естественно, всегда. Купил вот персики, не знаю. Персики, конечно, здесь не очень, но вот эти вроде как бы пахнут очень хорошо. Такие бывает большие. Хорошо. Ну да, в сезон, если попадешь. Такие очень вкусные персики. Я не помню, почем они. Не помнишь, Юль? Так, а вот еще выступающие спортсмены подсказали мне. Я люблю хлопья. Такие вот хлопья. Есть рисовые, есть кукурузные. Практически они не диетические, конечно, но калорий здесь немного. Вот это вот ерунда, конечно, глютен-фри, не обращайте внимания. Людей в мире, реагирующих на глютен, чтобы вы понимали, 1% всего. 1% – это ни о чем. Кстати, молоко на лактозу вот 5% в мире реагирует. Такие вот покупки у нас сегодня. Большой магазин возле дома у меня здесь, в 5 минутах пешком, если ходить. Зелени очень много, любой. Ну, как в любом штате американском. На самом деле, если ты хочешь, ты можешь питаться здесь недорого и очень качественно. А вот лучшее послетренировочное питание тоже на любой вкус. Так что, друзья, питайтесь более-менее хорошими, правильными продуктами, ну и следите за калорийностью просто. Зашел, друзья, вот купить омегу-3, вот. If you don't want to get two things, I can just give you 25% off of that. По совету Алексея Калинчева, моего друга, эндокринолога, врача, вот это, наверное, один из самых лучших, каких вы только можете найти. Посмотрите на состав. И стоит она, здесь 360 капсул, чтобы видели, вот $110, $109, видите? Но это еще не просто. Я ее покупаю, мне дают скидку на одни из лучших витаминов. Тоже сейчас вам покажу. От GNC. Вот. $79, но мне она обойдется за пол цены. Так что вот необходимо пить и витамины, и различные другие добавки, о чем я вам снимаю. А вот так вот жена меня балует иногда такой протеиновой творожной запеканочкой с различными ягодами. Специально купила вот такую маленькую духовочку. Вот, скоро будет готово. С утречка самое то. А вы что на завтрак кушаете? That's what my personal one is. Такие вот бывают ужасные вещи. Доктор Дэвид, ужасный человек. Это очень больно. Реально приходится сдерживаться, чтобы не кричать. We're working the bicep and the bicep tendon. I want
for the shoulder pain. I want buy workout biceps today. I can? Oh yeah. Really? Oh yeah. Ah. You have a big pump. You will. You have a big pump. Кто-нибудь когда-нибудь пробовал, друзья? Интересно просто. Металлическим скребком. Неужели это полезно? How it help? More blood for muscle? Or what? How it works? How it works? One, clean off muscle. Uh-huh. Second, little micro adhesions and micro tears will loosen, but all those little micro tears will help speed healing. Mm-hmm. And this is also gonna, and see all the red, bring the blood flow, but that stuff was little different adhesions on the muscle. All the strawberry, road rash looking type of stuff through there. Different color. Yes, yes. And it calms down. Like this will still be red, those things there for a couple days. But you can see right through there where the biceps tendon is and it's all that, the darker. Those take a little bit more heat to warm up. When darker, it's worse? More adhesions, more... More work needed. More tissue that needed to be broken up. Mm-hmm. All right, on to the other side. Live in Instagram. Hi, Russia. Hey, Russia. David, my friend, he helped me take me pain. Makes you cry. Tough love. No pain, no gain. Tough love. Да, друзья, вот так приходится иногда терпеть такие муки. Но это реально очень больно. Вы сейчас увидите сами, насколько. Металлическим скребком я прям чувствую кость. А, над предплечьями, кстати, нужно будет поработать, потому что мало мяса, Дэвид говорит, у меня на предплечьях. Это, кстати, может очень нехорошо сказываться на связках бицепса. You see, it's not as red as the other. The other arm is with, because that bicep is worse. It's okay. Okay. Because that bicep is worse, mm-hmm. That's why also it's not as much as coming up so far. Mm-hmm. We'll see how we get over here. Приходится терпеть, чтобы не орать, а кричать очень хочется. I heard torture. I won't cry. Torture sounds the same in Russian and American. All people cry. Some more than others. You're not bad. Who more, girls or boy? Boys. What? Yeah. Because women... Neat. Yeah. They get a little more conditioned to pain. And overall, женщина рожать. Ah.
очень больно, но нужно это делать, чтобы не было как раз таки у вас проблем, болей, особенно вот в местах так называемых триггерных точках. Кто не знает, на самом деле эти триггерные точки, они не плавающие. Любой доктор знает, где это. Обычно это мышечные соединения, сочленения. Чтобы не было спазмов, чтобы не было травм, приходится вот иногда терпеть такие страшные боли. Вообще жесть. Но после этого уже на следующий день чувствуешь себя гораздо лучше. Синяки бывают несколько дней держатся. Но ничего страшного. Я видел, профессиональные бодибилдеры раз в неделю приходят. Ходят потом все вот в таких страшных синяках. Но тем самым можно избежать травм. Now look, see difference? See how shorter here? Видите, разница цвета, чем темнее, тем больше нужно работать. You have more problems with this shoulder, even though you're right-handed. Some of those adhesions are more prominent there and through there. And here's your bicep here. You know, you do a lot. Это, yeah. Yeah, there's a little more there because you do a lot of arm work. Your arms are big, but not as much through there, not as much through there. You see how the trauma underneath is more over there than here, where your pain is. Yes, yes. Вот, видите, эта сторона у меня не так травмирована, особенно плечо. И посмотрите, вот, насколько здесь и здесь на бицепсе, да, разница. И посмотрите здесь, где мне нужна операция. Угу. Бицепсы, что-то синяки уходят, is it darker? How it's almost like purple. Да, да, вот. Versus red. I need search here. Deeper. Такие вот, друзья, муки приходится терпеть. Всем хорошего дня. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Fuck Fitness». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.